Эхо. Мы готовимся к концерту. Мы готовимся к концерту. В этом замечательном... Кто сегодня играет? Сегодня играет заключительный концерт европейского турне «Татарский оркестр». Дирижер Мацуев и солист Сладковский. Да, я только что разыграл. Мишель. Маккартни и Леннон. Мишель. Да. Базель – чудесный городок. Как вы себя ощущаете после этого труднейшего тура? Ответственного? Самого ответственного в истории этого оркестра. Тур был очень легким, на самом деле. С двумя выходными. Два свободных дня просто в Берлинской филармонии. Я считаю, да. Только у самых хороших оркестров. Поэтому а вы и так есть самый хороший оркестр. Мы стремимся к этому. И мы на пути. Мы отдохнули. И с новыми силами. Вы на пути в Казань. Через Швейцарию и Германию. Всем большой привет. Это было по-настоящему. Счастливо. Мы еще скоро увидимся везде. Пока.